На Москву надвигается безумный немецкий торнадо, и 30 апреля он накроет клуб Вольта. Итак, в столицу едут We Butter, The Bread with Butter. We Butter, The Bread with Butter. Далее, если позволите, ВБТБ, ВБ. Немецкая метал-группа, образованная в 2007 году в городе Любен и на данный момент имеет 4 полноформатных студийных альбома. На начальном этапе своего творчества жанр группы можно было практически полностью отнести к дэткору. То, что сейчас делает группа, это смесь дэткора, металкора, электроник-кора, нинтендо-кора и индастриал-металла. ВБТБВБ одна из очень немногих групп жанра дэткор, которые я могу нормально воспринимать, потому что не являюсь большим поклонником этого жанра. И одна из буквально нескольких немецких групп, которые я вполне нормально себе могу слушать, потому что не очень люблю немецкий язык. И почти единственная группа, в исполнении которой я могу адекватно воспринимать Pig Squeal. Знаете, если подумать, Pig Squeal я могу воспринимать только у двух групп, и обе немецкие. Ну что же, билеты еще есть в продаже по цене от 1200 рублей, а это значит бегом за билетами и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить отчет с этого мероприятия и отчеты с других концертов. А меня зовут Антон Павлов. Пока-пока.